С 15 по 30 сентября на территории Сергиевского района проходит голосование по выбору победителя муниципального этапа ежегодной областной общественной акции «Народное признание». Это второй этап акции. В августе шел сбор заявок от инициативных групп, которые выдвигали своего кандидата в одну из шести номинаций. Шесть номинаций, которые уже традиционные, они второй год у нас повторяются. Здесь есть номинации как раз для того, чтобы мы могли отметить и людей, которые занимаются активным волонтерством, которые вкладывают большие усилия в развитие района, номинации памяти, где мы отдаем уважение людям, которые занимаются патриотическим воспитанием и передают подрастающему поколению то наследие, патриотическое наследие, историческое наследие, которое есть у нашего Сергиевского района. В этом году, как и в прошлом, 40 наших земляков поборются за звание лауреата в своей номинации. Отдать свой голос за кого-либо из них можно как онлайн в районном паблике «Сергиевск», официальной в социальной сети ВКонтакте, так и лично в пунктах для голосования, расположенных в администрациях поселений, домах культуры Серноводска, Сургута и Сергиевска, а также в зданиях МФЦ и Центра семейного чтения. Далее участников акции ждет третий этап, областной, в который пройдут по лауреату из каждой номинации. Именно они будут представлять наш район на региональном уровне и бороться за звание лучших. Сегодняшний этап, он тоже немаловажен, в связи с тем, что все-таки по количеству голосов эти номинанты, они выйдут уже во второй тур. Поэтому мы приглашаем всех жителей активно принять участие в этой акции, тем более она считается областная общественная акция, поэтому она чисто народная, даже выдвижение кандидатов это идет от народа, от инициативных групп. Это не административные ресурсы. Дарья Колесова, Антон Иванов, телерадиокомпания «Радуга-3».